В Рязани задержали 19-летнего угонщика. В полицию обратился мужчина, который заявил об угоне автомобиля. Утром он заметил пропажу своего фургона, который накануне вечером припарковал у дома. В ходе осмотра двора сотрудник полиции увидел на соседней улице автомобиль, похожий на угнанный. Автоугонщика задержали рядом с местом преступления. Автомобиль двигался по дороге от полицейского. Пока автомашина не успела набрать скорость, оперативник догнал ее и преградил путь. Машина остановилась, и полицейский задержал молодого человека, сидевшего за рулем. Выяснилось, что машину угнал 19-летний рязанец, проживающий в одном из соседних домов. Ночью молодой человек вскрыл первый попавшийся на глаза автомобиль, взломал замок зажигания и уехал. Я гулял, потом открыл дверь автомобиля, дернул ручку, она оказалась открытой. Сел, нашел ключи, вообще не автомобильные. Вставил, они не полностью вставились, но провернулись, машина завелась. В итоге я постоял немножко, машина заведена была и уехал. Ранее злоумышленника неоднократно привлекали к уголовной ответственности за хищение велосипедов. Недавно суд назначил ему уголовное наказание условно. Теперь злоумышленника взяли под стражу, и следующее наказание будет значительно строже.